Теперь, когда я говорю, когда может закончиться война, первая составляющая – это количество техники военной, количество снарядов. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказал мнение насчет возможных сроков окончания войны. По мнению советника, первым фактором является количество техники и снарядов на фронте. Второе – падение одного из двух городов – Донецка или Луганска. Это окончательно деморализует Россию, и через 3-3,5 месяца война закончится полной победой Украины. Теперь, когда я говорю, когда может закончиться война, первая составляющая – это количество техники военной, количество снарядов конкретно. Вторая составляющая – это падение любого из двух городов, Луганска или Донецка. Это окончательно деморализует все, что есть у Российской Федерации с точки зрения того, что и так держится уже там на соплях, извините меня, да? Но вот это все уже рухнет окончательно. И тогда вот после падения Луганска и Донецка, я могу вам сказать, 3-3,5 месяца, и война окончательно закончится. На полностью освобожденных территориях Украины в пределах международно признанных границ 1991 года.